кружево винтаж вашему вниманию. Здесь всего только одна вещь, которая одежда, а все остальное это домашний текстиль. Вот эта кучка, это постельное белье. Здесь небольшие скатерти и салфетки. И вот эта вот полностью куча, это скатерти большие, а также здесь есть покрывало, которые можно использовать и как скатерти, и как покрывало. То есть основная часть этого лота как раз-таки большие скатерти. Итак, то, что здесь одежда, это великолепная ночная рубашка из классного ХБ прочного с вышивкой на пуговицах перламутр, отделка кружевом, такая, знаете, винтаж. Вот такое ощущение, что это вот графиня вот в такой рубашке когда-то спала. Итак, постельное белье. Плотное, конечно, брачок встречается. Здесь вензеля, вышивка. И кружево, отделка кружева, но только одна часть простыни. А так она достаточно большая, цвет у нее кремовый. Наволочка. Очень плотная ткань. И здесь у нее вышивка идут и пуговицы. Наволочка. Один край вышитый. Большая наволочка, здесь у нее есть цветок и здесь вышивка небольшая по краю. И здесь идут вензеля, вышивка на середине на пуговицах. Так, это были скатерти. Давайте теперь, было постельное белье, сейчас скатерти пойдут. Это небольшие салфетки или скатерти. Вот это у нас идет, да, вот у нее лицевая сторона, вот такая небольшая скатерть. Здесь идет вышивка и бахрома. Кремовая салфетка с вышивкой. Здесь у нее вот на этом квадрате есть такие небольшие вкрапления, такое ощущение, что они как немножко под ржавчину. Салфетка – это подставка под горячее, либо просто салфетка. Небольшая салфетка, может быть скатертью, вся вышивка. Здесь набивная ткань. Небольшая салфетка с рисунком, блестит, потому что это лен. Две салфетки, три. Это вязка крючком, нитка ХБ, это машинная вязка, небольшая накидка или скатерть, накидка на стол. Здесь мы видим решелье, видите, даже от времени есть небольшая, скажем так, дырочка, но если ее немножко как бы нитками подштопать, так она будет в стиль смотреться. Еще одна салфетка. Вот когда я смотрю эти вещи, знаете, что мне кажется? Мне кажется, что им лет 50-80, потому что у моей бабушки вот таких вещей было много. Такое ощущение, что они все из сундука. Прямо как-то от них временем пахнет. Но в хорошем смысле слова, не в плохом. Не то, что они рассыпаются в руках, нет, но видно, что это не современные штучки.
Ну вот это, кстати, вполне может быть, что вот не так уж давно сделано. Она прям на руках даже ощущается. Ну, такая миленькая машинная вышивка. Есть набор салфеток для... Смотрите, это вышивка нитками, не просто рисунок. Давайте сколько их посчитаем. Если 12, то нам повезло. Это будет набор. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. 8 салфеток. Так, такая уже была. Это вторая. Тоже это лен. Лен имеет свойство поблескивать. Вот он конкретно имеет стальной блеск. Прелесть. Так, еще салфеточки. Они новые, то есть это набор новых салфеток с вышитым кончиком. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоже комплект. Он даже сшитый, видите? То есть он новый. Яркая летняя, дачная. Дачная скатерть. Ну, она простенькая по отношению к другим. Ровно так же, как и эта. Достаточно простенькая, но у нее это вышивка. То есть вот это не рисунок, это все ниточки. И вот видите, здесь какие-то вкрапления, которые могут и не убраться. Салфетка лен. О, а, нет, это скатерть. Я думала, еще набор салфеток. Это скатерть. Тонкая-тонкая вязь. Просвечивающая даже. А это вообще вышивка крестиком. Да, посмотрите. Это все крестиком вышито. И видно, что это сшито вручную, чье-то приданное. Итак, давайте теперь к... Здесь, к сожалению, мы не можем рассмотреть эти скатерти. Ну, это вот очень большая, но мы представляем фотографии. Посмотрите, она имеет кремовый цвет, и она вся. Вы на фотографии увидите ее размер, она очень большая, она в идеальном состоянии, почти новая, и здесь у нее имеется вышивка на вязи. Вот такие кончики у меня. Это тоже достаточно большая. Ее размер вы увидите. Здесь она имеет только одну полоску. Она сшивная. И вот такие вот вышитые ландыши. Вот это вот, мне кажется, что это вообще фланелевая диада. То есть она не фланель, но очень такая плотная ткань. Опять же, вручную вышита крестиком. Такое ощущение, что это одеялка крестильная. Это лен, скатерть. У нее вот на полностью на середине, опять же повторяю, что вы увидите все это дело на фотографиях, а так вообще это лен, такой сероватый оттенок имеет, натуральный цвет льна, то есть он не крашеный, и нитка, достаточно плотная нитка в виде вышивки по всей середине скатерти. Вот эта скатерть очень красивая. Смотрите, какие у нее. То есть она вся. Но это машинка. То есть это не ручная работа. Все это машина, но у нее такой красивый кремовый цвет. Она очень большая. И очень красивые кружева. Скатерть круглая. Нитка ХБ. Это тоже скатерть. Смотрите, у нее здесь есть вот это вот. И на ткани, мягкая ткань, ниткой вышита. Кружева скатерть. Прямоугольная. Угу.
здесь, посмотрите, то есть здесь на скатерти идет как вышивка, так вышивка крестика, так и сверху наложенные цветочки из другой ткани. А здесь просто вышивка крестиком и крючком обработанная. Это очень красивый лен, набивной рисунок, он опять же поблескивает, вся с набивным. Это машинка, не ручная работа, но отделка, посмотрите, кружевом посередине и красивая вышивка ниткой. Это ручками кто-то сделал, но это скатерть с пятнышком. Но все равно красивая. Вот это вот, то есть это то ли покрывало, то ли скатерть, мы не понимаем. Но она вся, да, то есть у нее кружева, видите, вот сверху, там у нее пусто. Вот эта роза, которая посередине сшита, блестит. И по всему краю она обработана кружевами. Вот это вот тоже покрывало. Посмотрите, какая у нее ткань набивная с цветами. Она очень плотная. И у нее кружева здесь. И розочка посередине вышита нитками. Лен, вензеля и вышивка. И здесь вышивка. Ткань. Здесь, не знаю, видно, не видно, наверное, здесь. Она вся с цветами. Это тоже лен. Лен поблескивает чуть-чуть. Вся с цветами. Это тоже набивная, у нее есть небольшие такие красивые штучки, а так она вообще вся в бантиках, в цветочках, бантики и цветочки. Так, это большая скатерть, у нее машинная вышивка, ткань потоньше. Лен, опять же, с набивным рисунком. Вот она вся, видите. Это круглая скатерть, тонкая ХБ, полупрозрачная и вышивка круглая. А конец у нее двойной вот здесь, то есть она сама одинарная, а вот этот вот конец, он у нее вшитый двойной. Вышивка розы. Здесь обычная белая плотная ХБ, но по всему краю, посмотрите, идет какая красивая тесьма. Фиолетового, слегка фиолетового цвета. И последняя скатерть с набивными розами. Это тоже лен.